7 февраля в городском центре досуга состоялось официальное открытие Года культуры в Десногорске. Это праздничное мероприятие прошло в форме экскурсии в страну под названием «Культура». Действительно, с объявлением такого большого праздника, который будет длиться у нас целый год, как Год культуры, он утвержден указом президента Российской Федерации. Наверное, не случайно, потому что культура, мы отлично понимаем, что это абсолютная ценность человечества, которое влияет на все сферы жизнедеятельности, на нашей с вами жизни. Культура – это же целый пласт, который связывает нас с нашими предками. Это жизнь, это история. И действительно, без нее, наверное, невозможно представить жизнь человека, потому что если не будет в нашей жизни культуры, то такое общество деградирует, оно просто-напросто исчезает. Сегодня в сфере культуры Десногорска трудятся сотрудники библиотек, музея, выставочного зала, молодежного центра, культурно-досуговых центров и учреждений дополнительного образования детей. Координирует работу подведомственных учреждений Комитет по культуре и молодежной политике. Издревле человек стремился сохранить все прекрасное. Поэтому давным-давно уже было такое понятие, как культура. Работник этой сферы – это сотрудник не только, который выполняет какие-то определенные свои обязанности. Это человек, который тонко чувствует все прекрасное, которое нас окружает, и, к сожалению, которое мы не всегда можем видеть из-за нашей обыденной жизни. Благодаря работникам культуры наша жизнь становится интересней. Благодаря работникам культуры мы сохраняем и создаем новые интересные мероприятия, и которые всегда оставляют след в душе участников. Дорогие коллеги, я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, открытием Года культуры в нашем городе, и желаю вам, чтобы все ваши замыслы, идеи воплотились в реальность. С праздником вас! Каждое структурное подразделение Комитета по культуре и молодежной политике представило свои презентации. В холле городского центра досуга были размещены лучшие работы учащихся и преподавателей художественной школы. Со сцены звучала прекрасная музыка в исполнении детей и педагогов музыкальной школы Десногорска. Библиотеки, детская и взрослая, играют огромную роль в жизни города. Посещая детскую библиотеку, юные десногорцы всесторонне развиваются, а став взрослыми уже в центральной библиотеке, они в полном объеме реализуют свое конституционное право на свободный доступ к информации. Молодежный центр нашего города – это трамплин для активных и инициативных людей. Здесь они реализуют свои потенциалы и взрослеют. Из года в год растет популярность музея. Ежегодно сюда приходят более 10 тысяч жителей и гостей города. А городской центр досуга уже много лет является центром культуры, творчества и вдохновения десногорцев разных возрастов. Неоценимый вклад в культурную жизнь Десногорска вносят 6 взрослых и 8 детских творческих коллективов сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации «Смоленской АЭС». Собравшихся и всех десногорцев с открытием Года культуры в нашем городе поздравили лучшие музыканты, певцы, танцоры. 2014 год обещает быть очень насыщенным. На плечах работников культуры лежит большая ответственность. Ведь нынче исполняется 40 лет нашему любимому городу.